Вначале я хочу сказать о таком моменте, который я очень хорошо запомнил. Могу точно сказать дату. Это 40-й год, значит, мне 10 с чем-то лет, еще нет 11. Отец получает стопку новых книг. Среди них книга «Неизданный Хлебников». И отец начинает так жадно читать. Вот только что получена книга, он начинает жадно читать. А я сижу около него, нашей большой столовой, занят каким-то своим делом, он время со мной переговаривается. И вот он восклицает: самое лучшее у него – это такие короткие стихи, ты подумай, какие. Он мне читает стихи, которые Хлебников написал, когда его призвали в армию во время Первой мировой войны. И Хлебников пишет в одном письме, как ему поэтому мучительно быть в армии, в частности, мучителен для поэта ритм. Вот, как вам сказать, такая шагистика, да, ритм шагов, который для поэта перебивает его внутренний ритм. «Где, как волосы девицыны, плещут реки, там, в Царицыне, для неведомой судьбы, для неведомого боя, нагибались дубы, нам не нужны тетивое, в пеший полк 93-й я погиб, как гибнут дети». XX век – век, когда ученые хотят по-научному понять искусство, понять литературу, поэты, как Хлебников, становятся учеными. Это не то, что путаница науки и искусства, но пытаются их как-то соединить необычными для нас способами. Хлебников пробовал эти новые идеи приложить к созданию особого поэтического языка. Он не писал на обычном языке, а он писал на особенном языке, который он отчасти сам изобретал, но на основе существующих русских слов. Вот, например, его «Заклятие смехом», оно все построено из разных придуманных им слов. Они все вокруг слов «смех» и «смеяться». Но там есть и «смеюнчики», и «смеянство». То есть целое довольно длинное стихотворение, все основано на этом. Есть целые тетрадки Хлебникова, которые заполнены придуманными им словами. Кроме этого, у Хлебникова довольно много так называемой зауми. Заум – это то, что как бы по ту сторону ума. Заум – это как бы более глубокое, чем ум. То есть он понимает это не как бессмыслицу, а как то, что содержит в себе особенно много значения. У Хлебникова есть целые таблицы, что значит заумные слоги, сочетание звуков, которые он использует у себя в своих собственных стихах. Вот, например, у него есть одно очень короткое стихотворение о русской литературе, и там есть один пример такого заумного слова. «О Достоевский, мо бегущей тучи, о Пушкиноты млеющего полдня, ночь смотрится, как тютчев, замерная безмерном полня». Почти все понятные русские слова, но «Пушкиноты» построено от слова «Пушкин», как «длинноты». Да, то есть это, ну, тоже как смеянство, отсмеяться. А вот что такое «мо»? «О Достоевский, мо бегущий тучи». Значит, Хлебников объясняет, у него специальные словари для таких слов, довольно подробные. И как раз по поводу этого «мо» у него просто подробно все написано, что это сочетание слов, которое показывает, как масса каких-то предметов превращается во множество отдельных вещей. Ну, например, туча проливается дождем. И когда капли падают, капли дождя, это вот «мо» по отношению к туче
это то, из чего может произойти эта масса дождевых капель. Превращение какого-то собрания предметов во множество разрозненных предметов. Он придумал довольно много разных языков. Не один язык, а несколько разных языков. А потом придумал, что можно писать стихи так, что каждая часть будет на особом языке написана. Так он написал свою вещь, которая называется «Зангези». Зангези – это заумное имя самого Хлебникова. И там есть разные плоскости, он называет их плоскостями. Все вместе он называет сверхповесть. Мне очень нравится в этой сверхповести одна часть, которая называется «Мудрость в силке». Вы знаете, Хлебников был человек удивительный, у него было много разных специальностей. И одна его специальность была орнитология, наука о птицах. Он настолько серьезный, что у него, начиная с юности, специальная публикация. Он изучал птиц, он умел подражать птичьим голосам. Например, у него есть знаменитое стихотворение о кузнечике, и там об одной птичке сказано так: «Тинь-тинь-тинь, тарарахнул зензивер». Зензивер – это слово, которое он нашел в диалекте, обозначает особую породу птиц. «Тинь-тинь-тинь» он придумал, что так по-русски можно передать, но, кроме того, нужно показать, что эта птица не просто там щебетала, а как-то по-особому говорила, тарарахнула. Но самый интересный комментарий к этому я нашел в воспоминаниях о Хлебникове, в частности, написанных замечательным поэтом, который тоже был футуристом, он, к несчастью, погиб, тоже во время сталинского террора был арестован и замучен, Бенедикт Лившиц. Бенедикт Лившиц написал прекрасную книгу воспоминаний «Полутораглазый стрелец», где описан ранний футуризм русский и, в частности, Хлебников. И он описывает, как Хлебников публично читает стихи. И, по его словам, когда Хлебников читал вот эту «Мудрость в силке», он каждый из птиц, которые описаны там, подражал. То есть он читал на самом деле не «тинь-тинь-тинь», а он имитировал то, как эта птичка вот свое «тинь-тинь-тинь» говорит, и как будто он для каждой птицы находил особый голос. Это, между прочим, очень сильно повлияло на Иосифа Бродского. У Бродского есть одно стихотворение, где в текст вставлены птичьи голоса. Это я просто знаю, мы в это время дружили с Бродским, я знаю, что он в это время увлекался Хлебниковым, так что это, несомненно, влияние Хлебникова. Для Хлебникова это только часть его этого погружения в мир языка. Он в языке придумывает вот все эти разные способы обозначений, но при этом он считал, что слов не хватает. Кроме слов, нужны еще числа. И он всю жизнь занимался числами. Сам про себя говорил, что он числяр. От слова «число». У него, видимо, было какое-то совершенно особое дарование. Он умел не только запоминать большие числа, но с ними делать арифметические операции. То есть он мог их перемножать там и так далее. То есть он огромное количество всяких математических действий, очень интересных, совершал с числами. Он пытался построить уравнение в числах для мировой истории, для истории человечества. Написал целые своды таблиц хронологических и пытался произвести вычисления, например, когда кончаются империи. В 1912 году он печатает предсказания. Когда одна империя погибнет, это он произвел вычисление по поводу России и пришел к выводу, что в 1917 году. Это
Это, конечно, было для многих просто так развлечение, но что футурист, поэт, который еще занимается математикой, и даже его друг по футуризму Маяковский решил у него воспользоваться этим предсказанием. Но Маяковский писал в своих стихах: «В терновом венце революции грядет 16-й год». То есть Маяковский решил, ну, Хлебников предсказывает 17-й, но можно сказать 16-й. Маяковский ошибся, а Хлебников не ошибся. Хлебников указал правильное число, но надо сказать, что он потом указал и много других чисел правильно. Он считал, что в истории действуют какие-то определенные законы. Эти законы можно сформулировать точным образом. Например, он начал еще во время гражданской войны изучать процесс, который, как ему кажется, он понял сразу. Это то, что советская власть быстро расширяет сферу своего влияния. Вот она была только в Петрограде. Она перемещается в Москву. И он начинает считать, как быстро Красная армия из одного места переходит в другое, расширяется сфера действия советской власти. И производит это вычисление по поводу операции Красной армии на Кавказе. И печатает в одной местной газете сообщение, что в Баку Красная армия должна войти такого-то числа, согласно его расчетам. Красная армия входит в Баку по его расчетам. Он доволен очень своим этим вычислением и начинает вычислять дальше уже на время много позже. И строит для этого уравнение. И последнее из этих уравнений он считал очень важным. Я занимался в его архиве в РГАЛе, в главном нашем архиве литературы и искусства. И я нашел, что он несколько раз написал вот это конечное свое заключение. Его обвел сам карандашом, то есть он придавал этому значение. Это последнее вычисление у него вот какое. Что советская власть будет так расширяться постепенно в течение многих лет. А в 64-м году, то есть это значит через 42 года после его смерти, в 64-м году в октябре советская власть вступит в серьезный конфликт с внешним миром, потому что она вот так сильно расширится. Это время кубинского кризиса или карибского кризиса, то есть когда действительно произошел наиболее серьезный конфликт между советской властью и Соединенными Штатами. Ну, как к этому отнестись? Я думаю, бесспорная часть – это то, что можно сказать, что у него была большая интуиция. Мы не знаем, что такое интуиция, да? Но интуиция – это какое-то свойство некоторых сверходаренных людей, которые по интуиции могут что-то нам сообщать, чего мы не знаем, в том числе и предсказывать будущее. Это, несомненно, так. Этим обладают многие люди. Но у Хлебникова, я думаю, это сочеталось с другим. Он при том, что он был настоящий поэт и человек в этом смысле совершенно необычный, он был исключительно рационален. То есть он хотел все подчинить рассудку. Отсюда его интерес к числам. Да? Ему кажется, вот планеты подчиняются числам. Мы знаем уравнение движения планет. Значит, наша история тоже должна подчиняться числам. Это не обязательно соединяется с интуицией, но в случае Хлебникова соединялось с интуицией. Поэтому он к своей интуиции прибавляет еще свое умение писать уравнения. Как, насколько хорошо у него это получалось, я думаю, мы еще сейчас не знаем. Мы должны работать над этим. Сейчас издана, впервые издана его книга «Доски судьбы». Это книга, где он, как сам говорил, стихи из чисел, то есть ряды чисел, которые он писал и которые должны вот нам объяснить историю. А насколько это окажется действительно наукой, насколько это просто какие-то фантазии поэта, которым он умел придавать такую точную числовую форму, пока сказать трудно.
Хлебников всю жизнь ненавидел мир денег и торговли. Он всю жизнь размышлял о том, в какой степени торг, торговля, рынок ему противоположны. Я прочту одно его четверостишие, это из ранних стихов. «Сегодня снова я пойду туда, на жизнь, на торг, на рынок, и войско песен поведу с прибоем рынка в поединок». И вот представьте себе, сейчас часто по привычке, потому что это сложилось еще в позднее советское время, когда вспоминают о том, что случилось в нашей стране после гражданской войны, то о НЭПе обычно говорят как о чем-то положительном. Хлебников с его бурной ненавистью к рынку отрицал НЭП полностью. И на появление НЭПа он ответил таким стихотворением. Оно очень интересно тем, что в нем отчетливо видно, на что в русской истории он, как я думаю, и многие другие футуристы, и вообще авангардисты в России ориентировались. На какую русскую традицию? Основная авангардная русская традиция – бунтарская. Это традиция Пугачева и Разина. И Хлебников себя воспринимал как воплощение этой традиции. Но вы понимаете, что изображение Пугачева у Пушкина двойственное, а продолжение этого у Есенина в его замечательной вещи «Пугачев» и у Цветаевой в ее размышлениях о Пушкине, ну, показывает, что для всех крупных русских писателей вот эта тема русского бунтаря постоянно присутствует. Она, по-видимому, постоянно присутствует и в русской истории. Я всегда думаю, что и те люди, которые себя называют политологи, кремлинологи, и те, кем они занимаются, все время тоже должны помнить вот то, что писатели помнят и знают, что в России всегда есть вот эта скрытая возможность немыслимого бунта. То, что Пушкин назвал бессмысленным и беспощадным бунтом. Я не уверен, что он всегда бессмысленный, почти всегда беспощадный. Но самое главное, что это бунт, и что этот бунт определяет очень многое в русской литературе, в русском искусстве и в русской науке. И одно из сильнейших выражений – это Хлебников, и в частности, вот эти его поздние стихи. «Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас в соболях-рысаках, чтоб катались глумясь, не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки, не зубами скрипеть ночью долгую, буду плыть, буду петь доном Волгу, я пошлю вперед вечеровые уструни, кто со мною в полет, а со мною мои други». Мне посчастливилось обнаружить прототип одного хлебниковского стихотворения, которое, вообще говоря, оставалось загадочным. А мне удалось найти, что значит это стихотворение. Я сначала его прочту, а потом немножко скажу о том, как его можно расшифровать. «Меня проносят на слоновых носилках. Слон – девица дымный, меня все любят, вишну новый, сплетя носилок призрак зимний,
Вы мышцы слона, не затем ли повиснули в сказочных ловах, чтобы ласково лилась на землю, та падала ласковый хобот. Вы белые призраки с черным, белее-белее вишенья, трепещете станом упорным, гибки, как ночные растения, а я бодхисаттва на белом слоне. Как раньше, задумчив и гибок, увидев то, дева ответила мне огнем благодарных улыбок. Узнайте, что быть тяжелым слоном нигде никогда не бесчестно, и вы, зачарованы сном, сплетаетесь носилками тесно в волну клыка. Как трудно повторить, как трудно стать ногой широкой. Песен свинками, свирели завет, он с нами на нас синеокой. Ну, здесь есть два индийских слова, которые дают нам ключ к тому, как это все понять. Одно слово – это Вишну. Это название индийского бога, который отличается тем, что у него много разных аватар. И второе слово – бодхисаттва. Что же здесь описано? И представьте, мне удалось увидеть индийский рисунок, который все это изображает. Женщины сплелись таким образом, что несколько из них стоят как ноги слона. Настолько прочная конструкция, что наверху может сесть человек. А человек – мужчина, который воплощение Бога. В стихотворении Хлебников сам оказывается воплощением Бога Вишну и бодхисаттвы, который находится над этими женщинами. И, конечно, во всем этом психолог, психоаналитик увидел бы довольно сложную картину взаимоотношения Бога с его поклонниками, поэта, по-видимому, с окружающими его женщинами. То есть на самом деле здесь сказано гораздо больше, чем просто изображение этой миниатюры. Хлебникову, конечно, свойственно было почти самообожествление. То есть он себя ставил в ряд самых крупных явлений мировой истории. Поэтому то, что он здесь Вишну и бодхисаттва, это не случайно. Он должен людям открыть некоторые истины. Он считал, что он понял многое в мировой истории, в законах мировой истории. Поэтому его стихи – это стихи о его роли, которую он должен сыграть. «Я вышел юношей один в глухую ночь, покрытый до земли тугими волосами. Кругом стояла ночь и было одиноко. Хотелось друзей, хотелось себя. Я волосы зажег, бросался лоскутами колец. Зажег поля, деревья, и стало веселей. Горело Хлебниково поле, и огненное я пылало в темноте. Теперь я ухожу, зажегши волосами, и вместо я стояло мы. Иди, варяг суровый, неси закон и честь». И вот этот замечательный образ, что он зажег не себя, а целое Хлебниково поле. И это поле «я» превращается в «мы», превращается в весь народ. Он считает, что он делает это для всей России, вообще говоря, для всего мира. Это ведь время, когда он говорит, что надо создать группу председателей земного шара. Это люди, которые, как он, будут заняты основными делами всего населения Земли.